UFC yana Abu Dhabida. 22 oktyabr kuni Serquyosh Abu Dhabi bir-biridan qiziqarli janglarga mezbonlik qiladi. Shu kuni oktagonga o'zbekistonlik Mahmud Murodov, braziliyalik Caio Baralyoga qarshi oktagonga ko'tariladi. Undan tashqari yengil vaznda kim haqiqiy qirol ekanligini o'sha kuni bilib olamiz. Yengil vazn chempioni Charles Oliveira, rossiyalik Islam Makhachevga qarshi jang qiladi. Ushbu janglardan yaxshigina pul ishlab olishni xohlasangiz, kommentariyadagi Mosbet sayti orqali buni amalga oshirishingiz mumkin. Saytdan yangi ro'yxatdan o'tayotganda Vodiy TV promo kodini kiritsangiz, siz uchun super bonuslar mavjud. Внимание, представление бойцов. Синий угол клетки. Бойцу 27 лет, рост его 167 см, вес 56,7 кг. Мастер спорта по вольной борьбе, мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по рукопашному бою с профессиональным рекордом 5-5 из Узбекистана Шахзод Джуракулов. Его соперник в красном углу октагона. Бойцу 21 год и рост его 163 сантиметра. Вес 57,1 килограмма. Призер Кыргызстана по ММА. Кандидат мастера спорта по рукопашному бою. Призер Кыргызстана по грэпплингу. С рекордом 1-0. Из Кыргызстана встречайте Мамарасул Абдурасул Улу. Резерв в октагоне. Дауренбек Джакаев. Пойдем на середину. Пойти. Правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем. С командой стоп. Пожалуй, покажите красивый достойный бой. Все готово к началу этого поединка. Мамарасул Абдурасул Улу. Красным углу октагона его оппонент. Шахзод Джуракулов из Узбекистана в синем углу. Первый раунд из потенциальных трех. Боя стартует. Самый минимальный весовой категории, между прочим. 56,7. Килограмма. Атакует передней ногой и лоу-кика. Джуракулов пытался ответить сейчас хай-киком. Абдурасул Улу встречает сейчас, потрясет Джуракулов. Сможет ли удострочить? И попадается на армбар. Неужели будет и это армбар? Сдается Абдурасул Улу. Джуракулов буквально ниоткуда завершает бой досрочно рычагом локтя. За эту минуту все, что можно было произойти, произошло. Побывал в нокдауне, но тут же вышел на рычаг локтя. Давайте еще раз взглянем на... Нет, не на этот момент я хотел взглянуть, а на момент пропущенного удара. В полной скорости, между прочим. Не обязательно замедлять этот удар. Вот таким вот ярким выступлением Шахзод Джуракулов закрывает серию приливов сегодняшнего ивента. Все внимание на экран, объявление победителя этого боя. Итак, друзья, внимание. 43-я секунда первого раунда. Болевым приемом армбар. Победу одержал боец из синего угла клетки Шахзод Джуракулов.
клетки. Бойцу 27 лет. Зон. Чура.